Мастер-класс от чиновника мэрии. Зам Одесского городского головы Павел Вугельман показал, как можно собственноручно изготовить самый дефицитный товар времен карантина – маску, которая защищает от коронавируса. Лайфхак чиновник выполнил на своей странице в Фейсбуке. Для домашнего производства маски необходимо иметь всего-навсего две сухие салфетки, две резинки и степлер. Берем две резинки. Одну с одной стороны, вторую с другой стороны, степлером с каждой стороны скрепляем, влажная антибактериальная маска, плотно прилегающая к лицу.